Спасибо, доктор Собек. Садитесь. Что? За что благодарить? Вы ее слышали? Доктор Собек четко обрисовала ситуацию, генерал, и предложила нам выход. Мы должны быть благодарны. Это же... Я просто... Господи! Может, обсудим вне сети? Никакого обсуждения не будет. Вы видели расчеты? Фара обеспечит финансирование, но на его деньги не купишь время, необходимое для завершения проекта. Время... Мы будем покупать кровью. О, какая чушь! Модернизируем флот, взломаем как-нибудь коды. Вы что, не слышали? Ваша армия роботов теперь ничего не стоит. Среди хакеров этот Рой – хищник высшего порядка. Он легко перехватит управление любой вашей автоматикой. Но это... Мы что, бросим гражданских в мясорубку? Послушайте, противник воспроизводится быстрее, чем мы можем его убить. И пожирает биомассу вместо топлива. Новый рассвет – единственный выход. А, ну то есть раздадим всем гражданским, у кого хватит сил, по рельсотрону, покажем, куда нажимать, и отправим на фронт. И вы думаете, они пойдут? Да, если будет за что сражаться. За новый рассвет. Секретное супероружие, которое нас спасет... Только если человечество сумеет выиграть время для доктора Собек и ее команды. В файле, который я вам рассылаю, изложен план операции «Свобода». Операции? Это же преступление! Да, неприятно, но хоть что-то. Альтернатива хуже. Доктор Собек, я реквизировал для вас списанный космодром в штате Юта в качестве базы для нового рассвета. Места там много. Когда приступите? Я отправила вам список альфа и бета кандидатов. Большинство живут в других странах или на корпоративных владениях, что осложняет... Не волнуйтесь, получите своих спецов. Даю слово. Ну, хорошо. Космодром? Что это такое? Что эти люди?